Здравствуйте, это программа «Вечерний кофе», в студии Игорь Щеткин, Юлия Власкина, генеральный партнер программы «Краинвестбанк». Всем доброго, нескучного вечера. Сегодня мы говорим о том, как зажигаются звезды отечественного кино. Зададим этот вопрос, разумеется, звезде. Какой, узнаете прямо сейчас. Я жаден до всего, что будоражит сознание. Кино, так же, как и война, дело молодых. Девиз Петра Федорова, ставшего в прошлом году актером года. Звездный статус принесла ему роль Гая Гаала в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Всего же у внучатого племянника Александра Збруева уже 16 созданных кинообразов и один воплощенный в жизнь сценарий. Итак, бравый солдат Гай Гаал из «Обитаемого острова», актист Петр Федоров сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Очень приятно видеть вас у нас в студии, поверьте. Очень приятно вас бывать. Очень все гостеприимно и прям какая-то нарезочка такая интересная. Старались. Только старались. Нового узнал про себя. Ну, мы, я надеюсь, еще побольше узнаем сегодня в ходе нашей программы. Тем не менее, вы приехали в Краснодар представлять новый фильм «Фобос. Клуб страха». Что это за фильм и какую роль вы в нем сыграли? Кстати, по афише очень напряженный фильм, да? И по названию тоже. Да, фильм довольно напряженный. Кто-то называет это ужасом, кто-то хоррором, кто-то триллером. Вот, хотя мне кажется, что, например, ну, я субъективно, конечно, рассуждаю, там, для меня это все-таки больше комедия. Вот так вот, да, даже? Комедия страхи. Мой персонаж, я нужен в этом фильме, я как раз разбиваю всю атмосферу ужаса, триллера. Вот, и мой персонаж, мне кажется, мне бы хотелось, чтобы он был самым узнаваемым персонажем. Вот, я такой вот, по сути, гопник. Вот, гопник, всем привет. И вот человек, который оказался тоже вот в этом клубе, каким-то образом вот выдает себя за диджея, в общем, страшный такой на драксе, такой на движениях с района, в общем, на Адидасе, в общем, как полагается. У нас вот в Москве таких уже людей стало мало в центре города, их не пускают в клубы, потому что у нас в клубы теперь ходят хипстеры в основном. Вот. И такие ребята остались по спальным районам, но они все равно существуют. И когда нам говорят, что ну, это уже явление такое ушедшее, так же, как и скинхеды, вот, мы, конечно, ха-ха-ха, громко смеемся и приглашаем всех поехать в регионы или там просто отъехать чуть от Садового кольца. А эта роль для вас поворотная или это продолжение той череды звездных ролей ваших? Ну, хочется, чтобы каждая роль была поворотной, потому что каждый раз работаешь над следующим образом, так, чтобы он как-то был перпендикулярен предыдущему. Вот. Наверное, в чем-то поворотная, поскольку еще она поворотная, я вам расскажу потом, там с этим связана даже такая личная история моей жизни, с этим фильмом, это я чуть позже. Нет, это, расскажите да, сейчас, сразу, да? Конечно. Хорошо. Ну, это не секрет, это мы делали с компанией, с любимой мной компанией Art Pictures, мы только что отработали «Обитаемый остров», вот, и как-то так симпатизировали друг другу, Федор Сергеевич Бондарчук, Дмитрий Олегович Рудовский. Вот, как продюсеры выступали, и они мне вот сделали предложение. Мы причем уже, они уже почти доделали «Обитаемый остров», мы уже сняли «Россию-88» с Пашей, и вот сказали, вот такая вот есть история, вот, вот такой вот ужас какой-то, туда-сюда. Съемки в Таллине. Я ни разу, при том, что не был в Таллине. Уже страшно, да? Да, уже стало страшно, но стало страшно и в какой-то момент даже сладко, потому что не секрет, ну, по крайней мере для меня, я на четверть крови эстонец. Моя бабушка по маминой линии, мамина мама, она чистокровнейшая эстонка, и после войны вот были такие тяжелые времена, и вот так оказалась одна ветвь вот в России, бабушка приехала, вот вышла за русского офицера-журналиста, и вот такая пошла вот линия в России, в СССР тогда, вот в России теперь вот, и я всегда знал, что есть где-то там, за кордоном, какие-то люди, с которыми мы связаны кровью, вот, что там есть какие-то братья у меня, что там есть дядя, что там есть бабушкин брат, что там вообще целая вот такая вот история. И я никого никогда даже не слышал по телефону. Ну вот, шли годы, и пока вот не предложили принять участие в фильме «Фобос. Клуб страха». Благодаря которому вы попали в Таллин. Да, представляете, благодаря которому я попал в Таллин, благодаря которому я, собственно, я пригласил, привез маму с сестрой. Вот, и мы их там отыскали, нашли, познакомились. И, ну, это что-то удивительное, конечно, когда открываешь для себя какое-то древо и просто чувствуешь, ну, действительно, это удивительное ощущение, когда встречаешь людей, в принципе, своих сверстников, и вы даже не можете поговорить, потому что ребята не говорят, поколение сейчас не говорит на русском. Вот они знают английский, я очень плохо в английском, ну, и они на эстонском. Вот эта атмосфера, она в фильме отражена, да, зритель тоже может почувствовать эту атмосферу. Ну, атмосферу там, на самом деле, поскольку все происходит не в Таллине, как бы, а вроде как бы у нас все там, все, да, вроде. Поэтому у нас все там, все вроде бы в наши дни, в наше время, в каких-то в нашем городе, в каком-то, в любом, который может быть. Вот, поэтому
Ну, я приглашал вот моих новых братьев на съемки, они ничего не поняли. Понятно. Петр, вот скажите, вот говоря о двух ваших самых известных ролях, это Гай Гаал из «Обитаемого острова» и Штык из «России 88». В одном из интервью вы назвали их героями антитоталитарного кино. Расшифруйте нам, что вы включаете в это понятие. Что это за герои такие? Ну, мне кажется, что Гай Гаал, по сути, это персонаж из антитоталитарного произведения, вот, которое, конечно... Все равно непонятно, что такое значит антитоталитарный. Ну, мне кажется, любая самая интересная книга, любое самое интересное кино, это всегда какой-то такой факт, который должен присутствовать. Какая-то борьба с режимом. Тем более, когда мы берем таких великих художников, как Стругацкий, вот, безусловно, каждая их книга — это не просто сюжет, а это многослойнейший пирог. Вот это... каким образом в то время, какой-то 68-й, по-моему, год, первая публикация «Обитаемого острова». 70-й. Да, да, да. И как это могло быть в то время выпущено, и каким-то образом, ну, конечно, это все запрещали, но это все дошло до читателя, и это все очень интересно. Может быть, в волшебном слове «масарак» что-то все дело, да? «Масарак», да, эти все албанские приколы, их они там, «масарак», да. «Масарак» привязался потом на язык, все очень до сих пор, в общем, матерятся «масаракшем». Вы ругаетесь иногда этим словом? Масаракш, да, с удовольствием. Масаракш, да. Хорошее слово, оно прям такое, тоже как русский язык, который, как каждое слово очень образное. Вот. Многие актеры боятся того, что вот после какой-то успешной роли их дальше режиссеры будут эксплуатировать именно по этому амплуа. Вы не боитесь, что вам дальше будут предлагать таких безбашенных бойцов? Антитоталитарных героев. Антитоталитарных. Да, я не против, но пока что как-то все равно предлагают разное вроде бы. Ну, я и не в том сейчас еще состоянии какой-то заморозки, в том, чтобы бояться законсервироваться. Я только начинаю, вот поэтому, безусловно, есть какие-то вещи, которые предлагают, безусловно, есть какие-то вещи, которые интересны самому, и хочется, чтобы все парни безбашенные или там менее безбашенные, чтобы они были прежде всего узнаваемые, чтобы было какое-то... происходил какой-то диалог со зрителями, потому что мы, конечно, давно утратили, потеряли, и все это куда-то растворилось. В общем-то, в советское время, когда люди ходили в кино и смотрели кино про себя, вот, и это была великая эпоха, а сейчас, к сожалению, непонятно, про кого люди и смотрят, и, в принципе, особо и не верят, и, к сожалению, этот факт, что на русское кино вообще особо сейчас не ходит. У нас есть видео-вопрос, давайте посмотрим. Да. Здравствуйте, меня зовут Галина. Петр, я бы хотела спросить, насколько было сложно пройти кастинг и пройти вот этот отбор? И... как вы ощущаете себя после такого успеха? Ну, женский вопрос. Немножко волновалась девушка. Но, тем не менее, я слышал, что вы как бы изначально не планировали там сниматься. Просто приехали на пробы, да, «Обитаемого острова»? «Обитаемый остров»? Я, конечно, не планировал там сниматься, потому что я не мог предполагать, что, в принципе, меня туда возьмут. То есть мне как-то позвонили, сказали, что вот... девушки, кстати, спасибо за вопрос, очень симпатичная девушка. Позвонили, сказали, что вот Федор Бондарчук, сейчас пришлем тебе текст, пришлем тебе сценарий, пробы, ты нужен на пробах. Вот это да. Думаю, странно как-то. Ну, обычно тоже кастинг туда-сюда, там ты приходишь, то есть... А тут сразу пробы. А кастинг был на одну роль именно вот этого солдата? А вы понимаете, там было хитро все сделано. Там весь текст, который давали всем актерам, которые пробовались на фильм, в основном давали текст Максиму из финальной сцены, потому что очень жесткая сцена, в общем, можно сразу... То есть кто как произносит это слово «масарак», что-то такое роли получает, как да? бы там над «масаракшем» Федор Сергеевич работал. Но там финальную сцену давали, где битва со странником. Mm-hmm. Вот это вот, это финал книги. А когда прислали, собственно, ну, я говорю, хорошо, окей, там открыл, думаю, «масаракш», я книжку еще не читал, прочитал сцену, ужаснулся, ничего не понял, понял, что это какой-то апогей просто, вот, всего того героизма и всего, что вообще можно, как где же это все черпануть-то в себе хотя бы для проб, думаю, ну, ладно, приду, я как-то еще был довольно субтилен после сериала «Клуб», пришел, думал, какие-то сейчас будут, я причем приходил на пробы «Девятый рот», когда в свое время запускали, ее запускали несколько лет подряд, там никак не складывалось, и в один из периодов я тоже приходил, будучи студентом, и как-то, в общем, совершенно как-то гадостливо сделал плохие пробы, и вряд ли меня вообще, в принципе, там запомнили, но я думал, сейчас тоже приду, обычно, когда такие вот культовые люди снимают кино, ты приходишь, там сидят какие-то дяди, тети, которые возомнили себя режиссерами, главного нет, конечно, они тебе снимают на камеру, потом говорят, все, иди, а тут прихожу, такой павильон, Федор Сергеевич Бондарчук, все по-настоящему, я как-то так, оп. Ну ладно, думаю, хорошо, что успел книгу прочитать, сценарий. Вот, и сделали пробы. Мне казалось, что не очень хорошие. Мне всегда так кажется, я очень люблю пробы. Пробы, конечно, не имеют никакого отношения к профессии, потому что это ужасная, в принципе, сама по себе история. Это как продажа коней, эти заглядывания в зубы. И мало что живого в этом вообще, в принципе, есть.
Поэтому я очень люблю пробы, и в том числе, конечно, на обитаемый остров это было очень тоже страшно. Но удивительное дело, что мы их сделали как-то так спокойненько. Я успел только доехать до дома, и мне позвонили. Вот, позвонил лично Федор Сергеевич, сказал, что все, работаем по-любому. Не знаю, кого будешь играть, скорее всего, Гала. Ну, как? Говорит, все. Близок был персонаж вот этот вот, Гал. Гал близок по духу и по человеческому духу, потому что его дух, он как бы болен, вот, и он как-то пробуждается, скорее, ко второй части. А если из злодеев выбирать из этого фильма, какой был ближе? Из злодеев? Да. Ну, на самом деле, хороших там много злодеев, там и... Что сейчас, кстати, кинематограф? Вот я понимаю, вопрос так немножко в тупик, надо подумать над ним. Вот в современном кинематографе что ближе, в принципе, что лучше получается? Вот классно делать злодеев, ага, ярче, да, вообще в современном кинематографе, или именно положительных героев? Интереснее всегда делать злодеев, потому что, как правило, злодей наделен более ярко выраженной мотивацией просто, как персонаж. Потому что положительные герои, как правило, они совершают добро, я, как правило, не понимаю, ради чего. Потому что американский, там, голливудский кинематограф это приемлет, но там на этом построено, что там фактура актера такова, там берут там, Брюс Уиллис, то угодно, парня так выглядит, что ты не сомневаешься в том, что чувак, ну, да, как, делает правильно, это ему веришь, да-да-да-да-да. То есть, вот. А у нас все-таки как-то... У нас по-другому, у нас все-таки и русская школа, и фактура имеет очень большое значение, но суть все-таки в основном всегда побеждает, и поэтому очень много всегда вопросов. Даже если человек серьезно выглядит, все-таки зачем он это делает? Какого черта? Петр, после «Обитаемого острова», я так понимаю, вы проснулись знаменитым. Я бы не сказал, что проснулся. К сожалению, вот понятие «проснулся», мне кажется, оно было в советское время, когда вот вас рассказали, вот Александр Викторович Збруев, когда там мой старший брат, все это вот выходило, это же шло одновременно по всей стране. В одно время стартовало кино, и только его показывали. То есть это, вот это было действительно, что если ты там... Вы просыпались знаменитым постепенно, до обеда, да, то ты к обеду просыпался действительно знаменитым. Потому что вся страна уже все видела. А тут как? Если хочешь просыпаться знаменитым, шуруй в «Дом-2». Вот. А так это... Интересная версия. Мы, кстати, спросили у жителей нашего города, как стать звездой. Вот что они нам ответили. Как зажигаются звезды кино? Нынешние звезды кино, в первую очередь, мне кажется, зажигаются из-за денег, из-за чего-то покровительства, и больше никак. Звезды, по-моему, только тухнут. Пока. Кино, может быть, режиссеры и видят в них что-то, и они себя проявляют. Может быть, там серьезней. В театре особенно. Хотя тоже вопрос. Все зависит от режиссера, от его прочтения. Ну, наверное, как продюсер должен быть хороший. Ну, я думаю, в основном за счет спонсоров. За деньги. Много людей за деньги, а некоторые, может, и по талантам. Вот, некоторые, может быть, и по талантам. За что хочется зацепиться? Многие не верят в то, что можно получить главную роль в кино просто так. Будь ты хоть трижды Смоктуновский, без каких-то околоактерских дел, там, интриг не получишь. Вот что вы им ответите? Слушайте, ну, мне тоже всегда так казалось, а оказалось все намного проще. На самом деле, даже я не мог поверить, что меня, в принципе, даже там Федор Сергеевич утвердит, потому что я не подходил на роль никаким образом. И в тот момент, когда меня утвердили, у меня, например, была история, что пошел еще сериал «Клуб», а искали новые лица. Я понял, что все, это полный крах. Конечно, там стали все очень работать и нажимать на Федора, говорить, что зачем это надо, что это, кто это, что это, включи MTV. Мне там все звонят, ты понимаешь, что все, а говорит, ты че, чувак, ты че сделал? Говорит, да это вы как у КПА. Ну вот так. Вот, и при этом... Федор всех послал, отстоял, сказал, нет, он прошел пробу, он мне нужен, все. Мы с ним увиделись уже через полгода на площадке, за которой я вот из этих полгода... Кстати, вот «Фобос» там тоже продюсер, ведь Федор Бондарчук, да? Вот да. Можно сказать, что вы нашли своего режиссера или нет? Да я как-то не это самое, не приватизирую людей. С моей позиции исполнителя это довольно пошло и как-то некорректно. Я бы... Безусловно, Федор Бондарчук – это мой режиссер, потому что мы с ним уже связаны по жизни. И «Обитаемый остров» – это не просто там кино. Для него, для меня это большая часть жизни, большая часть жизни для большого количества людей, которые там работали. Поэтому в любом случае Федор Сергеевич – это мой режиссер. И я был благодарен, что как-то развивается вся эта история. Вот еще одна картина. Очень хочется верить, что, может быть, что-нибудь еще будет интересное. А как вы вообще выбрали актерскую профессию? Вот то, что у вас родственники... Да, видимо, гены, наверное, сработали. Я вот тут в замешательстве находился, потому что никоим образом не соотносил себя вот со второй половиной семьи.
из кредо, и все это мне казалось, что это настолько не мое, и вообще там такая, ну, была семейная ситуация. Я в результате хоть в Москве родился, но вот вырос, с мамой мы в какой-то момент уехали, я вырос на Алтае. Вот. И потом, когда вернулся, и совершенно были другие интересы, я там и летчиком испытателем собирался восстановиться, уже там подавали документы. И потом, в общем-то, какой-то должен был и учиться, пошел, и все это вот куда-то применять. То да, вот коллеги, возможно, могут бы стать даже гримером, вот, но прогадал. Разноплановый, да, человек. Но потом так сложились, просто эта система обстоятельств, удивительная, фатализм, все вместе, и так сложилось, и отец у меня, прекрасный отец, вот, ну, так получилось, вот, ушел очень рано из жизни, 39 лет, и тоже он был актером, и все это как-то так раз-раз-раз, и потом я узнал, что он одно из последних там мгновение, он вдруг так говорит, а вот бабушка, он говорит, а ты знаешь, папа вот сказал, что вот он на тебя посмотрел, подумал, может быть, все-таки тебе попробовать. Это я узнал позже. А потом ко мне подошла какая-то женщина, сказала, а чем занимаетесь, молодой человек? Я говорю, да я ничем не занимаюсь. Там, пью. Рисую и пью. Она говорит, а почему вы учитесь сейчас вот в театральном институте? Я говорю, да кто это, что это? Да там одни эти же. Она говорит, ну зря вы так думаете, а попробуйте. Потом я... что вас в этот институт приняли в назидание, что вы конька-горбунка прочитали, ну, совершенно не так, как нужно, да? Да, вот и цепочка событий. Чтобы научить читать, вас за это, да? Павел Евгеньевич Любимцев, вот, который всем тоже известен теперь с телеэкранов, он оказался, та женщина оказалась, Галина Львовна Коновалова, которая направила меня светлой рукой, завтруппа Вахтанского театра оказалась, я потом узнал. Павел Евгеньевич Любимцев, которому я прочитал, ну, я подумал, я знал, а что там надо, там, басни, стих, но я еще раз, я причем, ну, пришел в Щуку. Тоже я про другие ничего не знал, институты, что их там несколько, оказывается, в Москве. Ну, я пришел, и вот Павел Евгеньевич, конек горбунок, а у него программа такая же детская. И раз, я его задел, он говорит, да что ж ты, как это же, во, это... В общем, ладно, давай приходим, занимаемся, поменял на себе программу. И вот так как-то все оно... И только теперь у меня понимание того, что это все очень правильно. И там я так чувствую себя частью жизни моих бабушек, дедушек, для которых, безусловно, это важно. А вот ваш, на самом деле, скажем так... Ну, двоюродный дед Александр Збруев. Да, на самом деле он для многих поколений женщин был эталоном мужчины, как Баталов, скажем так, и Збруев. Для вас он эталон артиста, и вы с ним общаетесь вообще, с чем-то советуетесь там? Александр Викторович, мы с ним видимся очень редко, у него тоже своя большая жизнь. Я, видите, вот тоже где-то нахожусь, я с мамой-то вижу, вижу Сережа, чем видите даже с вами. Вот, поэтому, безусловно, количество свиданий не показатель семейного, так сказать, кулака. Вот, но... Безусловно, для меня всегда являлся великим актером и эталоном. И сейчас, мне кажется, он один из тех, кто... Ну, это настоящие звезды, и я очень переживаю за... Дотянуться до них можно, вот, молодому поколению? Да, может дотянуться. Главное тянуться, главное как-то это, развивать себя, а не как-то не рефлекс чего-то вот хватательный, чего-то сверху. Это неправильный рефлекс, а надо как-то ноги укреплять. Вот, чтобы они росли. И локти, да? И локти, да. Чтобы двигаться. Мы спросили жителей Краснодара, хотели ли вы когда-нибудь быть актером? Ух ты. Вы когда-нибудь хотели стать актером? Да, не знаю. Для меня актерство как-то не очень. Мне не нравится. Камера пугает. Ну, я думаю, лучше что-нибудь получить более экономическое в этой части. А почему? Это выгоднее в нашей жизни? Не то, что выгоднее, более стабильно. Точно знаешь ты, что у тебя будет доход, точно знаешь, какое у тебя будет будущее. Ну, актеры, они, понимаете, очень много работают и очень действуют. Вот сколько показывают по телевизору, что актеры долго не живут. Очень большая идет нагрузка на сердце. Поэтому здоровье главнее и важнее. Когда мелкая, оно и актриса, и певица, и хочется быть. А сейчас уже дела посерьезнее, работа. Жизнь – это кино. Вот поэтому мы играем в этом кино всю жизнь. Я всегда мечтала стать актрисой, и я стала актрисой. Да, и мне этого когда-то хотелось. Это замечательная профессия. Самое главное – не заболеть звездной болезнью. Как вам комментарии наши? Ну, мне кажется, очень адекватные. Вообще все комментарии очень адекватные. Предыдущие. То есть роли... на самом деле так, да? Да. Сложно... Своим детям пожелали бы такую судьбу, скажите? А никто своим детям не желает такую судьбу, какую приобрел сам. Всегда хочется, чтобы дети были лучше и счастливее. Вот. А абсолютно правильное ощущение от актерской профессии. Ну вот мне больше всего понравилось, что вот мрут рано, как бы это
какого-то брутала придает. Да, мы рано умираем, наш мотор, он уже вот-вот на износе. Ну, действительно, это очень зависимая профессия. Очень от многих факторов, от себя самого, от всего, что тебя окружает. И очень редко как-то. К сожалению, сейчас медийное пространство настолько как-то расширилось, что сейчас уже в институте все снимаются в сериалах, все дела. Сейчас происходит другая история, что раньше невозможно было пробиться, а сейчас все... Очень много продуктов появилось, все притягивают молодежь, дешевые артисты, и все снимаются в этих сериалах, и всех выходят в институты, там появляется несколько работ или какой-то один сериал, два, и ощущение уже вот, и псевдоощущение реальности, появляется псевдоощущение тяжелой ботинки. Псевдослава какой-то, да? Ну, да, есть ощущение уже, что да, как бы все нормально будет, вот, и это самая опасная штука, в которую можно поверить, и сердца разбиваются, как раз ломаются вот потом, когда оказывается, что к профессии это не имеет никакого отношения, и это всего лишь чего, это один день. Ну вот, кстати, я читала интервью Юлии Снегирь, вашей коллеги по фильму «Обитаемый остров», она писала... рассказывала журналистам, что несколько разочарована съемками, потому что оказалось, что от нее не требовалось большого таланта. Она говорила, что я просто ходила, там что-то делала, показывали мое лицо красивое и крупное, и все. То есть я разочарована. Ну, как вы это, я думаю, что чего? Надо в себе, может, это разочаровываться, потому что, да, конечно, в кино говорят, куда надо ходить, чего, куда поворачивать лицо, есть мизансцена, есть рисунок света, да, все остальное делаешь ты сам. Это вот, знаете, разговоры серьезно-несерьезно. Многие актеры говорят, что театр, да, это серьезно, там за два часа можно целую жизнь прожить. А в кино все снимается эпизодами, там зачастую нужно просто рукой взмахнуть, и за день работа заканчивается. Тем не менее, вот вы как считаете, вы, кстати, были, если не ошибаюсь, актером театра имени Станиславского, Станиславского, да? Кстати, всех с Днем театра. Насколько кстати, я понимаю, вас с Днем театра, да, прежде вас, всего. Спасибо. И вас тоже с Днем театра. Всех, кто к нему имеет отношение, это прекрасно. Да, я был в Стасике, меня оттуда, не скажу, что выгнали, но для меня в тот момент это оказалось не то, что я бы себе представлял. И тот театр, который там был в голове, и тот, который любишь, это совсем не то. И я не совсем понимал, кому я должен служить. И потом я все время снимался, было несколько выпусков подряд за свой счет. И в тот момент театром руководил Владимир Владимирович Мирзоев, который по какой-то мне с улыбкой сказал, ну, все-таки, когда был пятый же отпуск, рядом, говорит, ну... А я получал зарплату, мне просто стыдно было перед государством, сказал, да, все, кайф, все, давайте. Это просто, я понял, не сейчас. Ну, а когда? Он говорит, есть планы, он, да? Ну, очень хочется, сейчас нет, я все время рассматриваю предложение, хочется 2-3 работы со временем иметь, и это обязательно нужно, но служить пока что некому, считаю, вот. И Владимир Владимирович Мирзоев тогда улыбнулся и сказал, ну, ладно, может быть, встретимся с кино. На следующий год сам ушел из театра, и мы с ним в этом году вот отработали Борис Годунов, так что все это как-то оно текучее. Я думаю, что все произойдет в тот момент, когда оно прям будет нужно. Я вот в эти вещи верю, и если есть желание, просто надо себя настраивать, и все придет. Я рассматриваю все предложения, хочется по творчеству и по любви, а не по... Я очень люблю антрепренеров. Кстати, вот актерская профессия, она от многих отличается тем, что просто пропадает личное пространство. То есть, что бы ни случилось в личной жизни, все это сразу становится достоянием, скажем так, общественности. Вот как вы думаете, почему народ интересует личная жизнь звезд? Ну а как? Ну потому что по тому же принципу, по которому люди смотрят кино, они хотят интересных историй, они хотят историй, похожих на себя, они хотят сравнивать. Мне кажется, что это всегда очень важно, что... В принципе, актеры, по сути, ну, в Америке это правильно работает. Это такой же продукт, который ты покупаешь в магазине. Вот, и его там какой-то внешний товарный вид должен соответствовать твоим спросам. Вот, и, соответственно, конечно, ты используешь актера не только в качестве вот, развлекаловки во время просмотра фильма, но интересно посмотреть, что и там, и сравнить с собой, и как бы как-то... Ну, это правильно, только все должно быть как-то в рамках и по-честному. Потому что... К сожалению, человеческую суть, конечно, больше волнует страсти, нежели чем математика. Вот. И это будет всегда. Но это нормально. Главное не перебарщивать, не заигрываться ни журналистам, ни коллегам-артистам. Потому что когда пропадает суть профессии, все начинают как раз давить на личку, там придумывать какие-то истории, разводиться, жениться. А многие ведь используют желтую прессу, да, чтобы двигаться там, какие-то истории, сами же придумывают, да? Многие используют желтую прессу. Желтую прессу, на самом деле, все устроено, уже все более-менее систематизируется потихонечку. Желтая пресса это тоже рычаг, это инструмент, и инструмент, прежде всего, в продвижении фильма, потому что, когда фильм какой-то выходит, нанимается пиар-служба. Да, нанимается какой-то пиар-отдел, пиар-служба, который пиарит, и у нас обязательно несколько встреч бывает с желтыми изданиями, потому что у них просто тираж такой большой, что не факт, что там лучшие там, журналы, в которых информация там, глянцевая про фильм идет, что там какой-то там социальный какой-то вот человек, он не купит журнал, а он купит журнал там, не знаю.
плохой журнал, но там будет информация, поэтому это тоже важно. Вот, кстати, у нас есть видео-вопрос на эту же тему. Здравствуйте, Петр, меня зовут Рашид, хотел бы задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, как повлияла ваша слава, ваша популярность как актера на вашу личную жизнь? Спасибо. Ждали этот вопрос, ну да? Вот говорите, ничего страшного, когда вмешиваются в личную жизнь, все хотят. Вот, да. Расхлебывайте теперь. Повлияло на, как сказать, моя личная жизнь очень сильно уменьшилась. Вот, потому что, ну как, очень мало пространства для этой личной жизни. Вот, она присутствует, но в основном вся личная жизнь вот, перетекает в телефон. Но девушки-то на улицах подходят? Нет, девушки на улицах подходят, это прекрасно, это очень большой кредит доверия, я считаю, надо ему соответствовать и развиваться вообще как-то. А как вы относитесь к тому, что вас называют секс-символом, мужчиной года? Колином Фарреллом российским, да? Слышали, вы да? Не знаете об этом? Я слышал, но мы действительно, у нас брови откройте... довольно большие. Да, да, вы очень похожи. Откройте да отзывы против, в интернете, девушки у кого-то просто сходят с ума. Кто-то мне даже сказал, где-то гей-иконы мне сказали, тоже вот на каких-то сайтах. И поэтому, да ради бога, мне кажется, Рунет может подарить столько вообще атрибутики, названий и каких-то провозглашений, что по-любому из нас. Да это все прекрасно. Кстати, не так много времени осталось, но очень важно, хотелось бы вопрос у вас спросить. Вы не первый представитель нашего кино, который сидит в этом кресле. И мы периодически обсуждаем такую тему. Почему, скажем так, нынешнее молодое поколение актеров, оно все такое одинаковое? Потому что, вот скажем, по голосам их вообще трудно отличить от кого-то, понимаете? И в отличие от той школы, которая была. Вы, кстати, согласны с таким мнением, что все практически одинаковые, это вот сериальный бизнес, это все дает? Да, я согласен с этим. А почему? Школа наша ушла какая-то актерская. Все переходит в разряд какой-то коммерции и оказывания услуг по получению диплома в том или другом качестве. Если тебе нужен диплом, сейчас уже и ГИТИС, и все уже там вот, и Щука потихонечку тоже к этому склоняется. Могут предложить уже любые формы обучения. Если тебе нужен диплом, хочешь раз в месяц, хочешь два раза в неделю. Дистанционный, да, хочешь на удаленном, хочешь так, хочешь так. Вот, и поэтому, к сожалению, людей, которые стремятся сейчас в театральный институт, в основном... К чему тогда придет наше кино вот с этой системой, понимаете? Если мы будем обсуждать эти важные вопросы, оно, я надеюсь, все-таки в какой-то момент задумается и подумает, что в ту сторону не надо все-таки идти. Да нет, все будет нормально, потому что мне кажется, что какие-то пережитки и поколения, и всего... Мужской ген еще уходит, очень мало пацанов, нормальных пацанов. Играть пацанов просто уже становится некому, понимаете? Вот другая проблема тоже. Так, приходишь, смотришь, какие-то субтильные какие-то... Не знает кто. Вот. И ребят, к сожалению, больше привлечает то, что лежит за стороной экрана, нежели чем то, что они будут делать в кадре. И как раз вот эта желтая пресса, это все вот это вот вершина. Вершина, это, конечно, вот, это, к сожалению, сериал. Вот. И в этом заключается для многих вообще понятие профессии. Этот вопрос, кстати, у нас есть мнение жителей Краснодара. Давайте посмотрим, чем новое поколение отличается от старого. Как вы думаете, чем новое поколение актеров отличается от старого? Для меня хороший актер всегда хороший. Да ничем не отличаются. Если они подрастут, научатся, будут так же, как и старые. Актеры старого поколения, они более умные, так как, ну и более живо смотрятся на экране. Старое поколение не имело возможности сниматься в фильмах, жанры, которые сейчас распространены. Экшен, там, приключения, где много используется технологических средств. Вот мне только кажется, в этом разница. Старых таких актеров, как вот у нас были Миронов, например, действительно это от Бога актеры, Папанов, вот. И таких нет. Понимаете, актеров. Ну, сейчас молодежь это, ну, нравится она, хорошо и все. Ну, посмотрим дальше, как они будут работать. Наша классика, ну, интереснее было, когда наши выступали, старое поколение. А новое поколение, оно просто интереснее тоже. В этом отношении они могут что-то непредсказуемое выкинуть. Похоже, вы знаете, я подумала, ну, да, как раз о том, что ваши поклонники, да, молодые, как правило, девушки, юноши, они, когда достигнут такого солидного Федоров, возраста, да, они будут говорить, вот Федоров, это бог, да. Бог, вот, это кстати, у вас же еще есть фильм «Россия 88», да. Где вы были сценаристом и сыграли роль скинхеда. Я был со-сценаристом, как бы со-автором, со-продюсером, да, вот с Пашей на Творческий Союз. И там какая-то сложная ситуация возникла с правоохранительными органами, которые заинтересовались нацистской составляющей этого фильма. Вы знаете, там все заинтересовалась этим прокуратура, вот, и мы сами до конца не понимали, что же происходит, потому что, имея призы на разных фестивалях, вот, премьера кино была в Берлине, это, безусловно, антифашистский фильм, и это было все подчеркнуто, и мы вчера были в Чебоксарах, где тоже летом был фильм, и там получали все призы,
Но почему-то кому-то показалось, что все-таки это экстремизм. Не знаю, возможно, из-за того, что это как-то слишком похоже на правду. А вы думаете, актуально это? Правда всегда страшна. Да, правду не любят. И как бы все, что как-то, видимо, это тоже какой-то индикатор. Поэтому, поскольку мы делали все на документальной как бы основе, это все лишний раз подчеркивало то, что мы двигались в правильном направлении. А то, что фильм посмотрела вся страна, это факт, потому что кто-то выкинул фильм в интернет, и к тому моменту, когда нас судили в Самаре, потом прокуратура, слава богу, отозвала, в общем-то, иск, и мы всегда думали, что это недоразумение, но, слава богу, это недоразумение мы вышло. Вот. И вот недавно был какой-то небольшой прокат даже. А проблема, безусловно, актуальна. Вот. Просто эстетика нашего фильма, она предполагает эстетику такую более субкультурную, которая была там, в конце 90-х. Но и то там. Те, кто говорят, что сейчас таких не бывает, это очень большая ошибка. А сейчас просто это стало палевом, и это стало больше таким силовой структурой. И вот, и просто так одеваться палево. Поэтому молодые люди, которые все сейчас в движении, в общем-то, одеваются так же, как мы с вами, и, в общем, стараются особо не палиться. Их очень много, и я надеюсь, что... Ну как, мы вот своими средствами, вот своими мыслями, вот у нас есть вот кино, у кого-то есть власть, у кого-то есть еще что-то. Пусть каждый своими методами работает. Заключение, замечательный, да. Финал, да, для нашей программы. Хотелось бы, все-таки узнать актерскую мечту, сыграть у кого-то, сыграть кого-то. Неужели Гамлета? В двух словах. Гамлета сыграть не хочу. Конечно, хочу. Знаете, я хочу всех, я такой жадный, хочется всех сыграть, еще хочется сыграть с Колином Фарреллом, братьев и близнецов, которые сидят в тюрьме. Будем надеяться, что эта мечта осуществится. Петр Федоров сегодня у нас был в гостях, представитель молодого поколения российских актеров. Будем надеяться, что все впереди. И звездные роли будут, и все будет. Это была программа «Вечерний кофе». Юлия Власкина, Игорь Щеткин, генеральный партнер программы «Краинвестбанк». До свидания. До встречи.